Всем большой привет! А это вид из окна нашего отделения. Там детская площадка, вижу. Вон там где-то. Вот. Это там детская площадка, там вон люди гуляют в целом. Там вон люди гуляют там. И там вон тоже прогуливаются люди. Так довольно-таки тут интересно, уютно. Лежим в отделении урологии, лежу вернее. Получаем допинги, укольчики, ждем уколы. Ждем. Все подробности расскажу после, наверное, когда меня выпишут уже более. И скорее всего этот блок тоже выйдет после. Вот тут даже не то, что блок, он будет скорее нарезкой, молчаливый. Особо снимать в больнице нечего. Чё тут встал, поел, лёг обратно. Встал, поел, лёг обратно. Ну, конечно же, естественно, обследование. Расскажу вкратце, что интересного. Сделали за эти несколько дней, пока я тут. Не так много. В принципе, там довольно-таки много всего интересного произошло. Поступила я сюда в среду прошлую. Мне сделали на следующий день ЭКГ, УЗИ почек. Ну, кровь на анализы взяли, мочу сдали. А вчера мне делали, пятница была, вчера мне делали снимок органов малого таза с контрастом. Интересная штука. Йод вводили в вену. Прям такое состояние было не очень приятное. Будем гулять с вами, осматривать. Покажу вам, где что у нас. Это вот тут лифтовой холл у нас. Лифтовая. Вон лифтовой холл. Тут, кстати, не было. Он четвертый этаж. Урологическое отделение. Ну, тут, правда, это не принимают. Нет. Картины. Пока есть время, я хожу. Правда, жарко прям очень. Мне что-то температура, наверное, надо померить, сходить. Это ладно. Потом схожу. Если я к вам немножко молча буду передвигаться. Сестринская у нас. Вот это кабинет ординаторской врачей. Сейчас в палату с вами пройдем. А это сыр? Чего? Сыр? Тут есть душевая, туалет у нас. Такой обзорчик процедурная. Ну, уколы скоро пойдем вечерком. Тоже туалет. Пост медицинский.